Здравствуйте! Я продолжаю собирать наборы, обзоры которых я уже делал. Ссылка на видео с распаковкой этого набора будет в описании. На этот раз это командная группа на российскую пехоту. Сейчас я покажу поближе. Вот фигурка конного офицера. Наверное, самая мне понравившаяся в этом наборе. Собиралась, ну, довольно легко, но если посмотреть на схему, то лошадь состоит из двух половинок и всадник имеет только один штырек для сборки. И, наверное, надо было его сначала посадить на половину лошади, а потом соединять обе половины торса лошади. Я же сначала собрал лошадь, а потом долго усаживал всадника. Но после всяких манипуляций мне это все же удалось, не разбирая лошадь. Потому что я лошадь так хорошо соединил. Ну вот это, пожалуй, самый такой вот момент был. Ну, еще сразу скажу про фигурку барабанщика. Потому что у него обе руки отдельно. Изначально и барабан. Все это надо соединить вместе. Но из остальных она была самая сложная. Остальные собираются легко. Пеший офицер вообще просто. Фигурка вставляется на штырек. И на этом все. Так что для сборки достаточно простой набор. Так, ну что ж, вот он. Пеший офицер. Это фигурка барабанщика. Фигурка флейтиста. И пятая фигурка. Фигурка знаменосца. Отличные фигурки. Так. Понравилось мне их и собирать. И на вид они очень интересные. Ну, вот так выглядит на сегодня собранная российская армия. На возвышении командная группа, офицеры, знаменосец, музыканты. Здесь пехота. Еще на отдельной подставке артиллерия. Ну и в завершении я начал собирать французов, так что продолжение следует. Всем спасибо, до свидания.